Ребята, пошел Коля набрать водички. Вон, смотрите, этот аппарат такой же стоит, но более уже старше, старее. И там, по-моему, по рубль 30. А на сколько тут? Гривна 20 вода, 1 литр. Я вам показывала водичку там, где поставили новый у нас возле файника. Ну, это старая, ну, вернее, новая балашовка. Вот, а это вон аппарат стоит, видите, здесь. Тоже водичку можно набрать. Ну, а что, очень удобно. Закончилась вода, да, в бутылочке. Подошел, набрал себе, да и все. Ну, правда, это гривна 20, сейчас ищи там эти 20 копеек, елки-палки. Вот. Ну, хорошо, я же говорю, а людям, у которых, допустим, ну, нет с собой особо много денег, да, закончилась вода, пить хочется, это ж лето все-таки. Литр за гривну можно набрать. Купили мы, короче, вот такую вот, ой, что-то я так, купили мы вкусняшечку, да, наверное, ну, мы вам сейчас еще покажем, сок купили, забежали в файник, и водичку Коля купил. Сейчас поедем в Гурса, девчонки, я там не была, один раз я всего лишь там была когда-то, но там как раз ремонтные работы проводились, и поэтому, вот я, наверное, себе покажу, фух, жарко, очень сильно жарко, слушайте, я вся мокрая, вот, там ремонтные работы проводились как раз, реставрировали его. Я толком там ничего не увидела, тем более Николай меня возил осенью, там уже было холодно, и то есть, ну, ничего там не было видно. Мы мимо проезжали, он говорит, ты что, никогда не была в Гурсаде? Я говорю, не была. Вот, поэтому он мне отвез. А сейчас мы проезжали мимо, ездили к Стасу, по-моему, я уже не помню, куда мы ездили. И представляете себе, этот самый... Проезжали мимо, там сделали ступеньки, сделали такой подъезд, подход, там красота, это возле речки, представляете, там как раз красиво. Вот, поэтому... Что, гривна? Гривна? Да. Так зачем там 20 написано? Где 20? Не, ну, знаю. Там написано гривна 20? Не, гривна. Прикинь. Гривна литр. Обалдеть. Ну, я ж приблизила, еще и показала гривна 20. Так что гривна литр? Да не, я не знаю, там кто-то написал, по-моему, для прикола. Нет, там прямо есть вот такая наклейка, вон стоит, гривна 20. Что ж я совсем уже... Так что, все? Все, едем в сад, меня Николай везет к речке. К речке. Да. Слушай, где свою... А, вот моя маска. Все, едем к речечке. Смотрите, тут еще делают, вон, завезли какой-то песок, что-то еще делают, еще тротуарочки кладут. Так интересно, слушай. Давай, не, давай дальше. Там, вот там возле речки, слушай. Че здесь стоим? Да я такого ничего не знаю. Вот речка там, скорее всего, занят. Да, ты думаешь, ну сейчас же не выходной день, сегодня понедельник, он, не забывай, людей не должно здесь быть. Тут очень-очень классно, шикарный переход. Очень-очень красиво. Думаю. Сейчас выйдем и вам все покажем. Боже, как тут красиво сделали, аллейки сделали, вот, посмотрите. Надо подниматься, да? Не, что там, ступеньки большие есть? О, смотрите, речка какая, видите? Ну и что там, места есть? Правда, там лавочка занята. Ну ничего, пройдемся. Вон, дальше там для инвалидов места. Аккуратно. Вон, смотрите, какая речка. А, да, здесь красиво. Можно сесть, перекусить. Красиво. Видите? Класс. Ребята, здесь обалденно. Как здесь красиво. Это мы просто сели на лавочке. Вот. Там течет водичка, шум воды. Там дамба. А, дамба, да? Ну да, там она открывается. Вот там, смотрите, сделали тоже дорогу. И там этот, как он называется, фонарики поставили по набережной все. Видно? То есть вот реставрировали, все сделали очень-очень красиво. Здесь раньше было вообще так себе. Сейчас вам чуть повернусь, покажу, куда нам потом. Вот по этой дороге, которой мы приехали, вон ступеньки большие, видите, можно будет сейчас подняться. Так мы и сделаем. Очень-очень красиво сделали. Ну, сейчас мы перекусим, да, Николаш? Как Коля уже начал. Вот, взяли мы это мини, типа шаурма, ну, Донер называется. Вот, миник. Вот, миник стоит 37 гривен, да? Угу. Вот, и у меня миник. Вот, больше стандарт стоит 40. 7 и королевский, по-моему, 70, да? Ну, я бы взял чуть-чуть вот. Кстати, вот, купили, зашли файник, сегодня по файнике по скидке наш сик томатный по 10 с чем-то, не буду врать, 10 с копеечками. Так он дороже стоит. А Коля себе фанту взял. Перевертыш. Щеката, да? Фанта щеката. Сколько она стоит? Не знаю. Вот
Красота, здесь намного свежее дышать. Вообще шикарно. А люди купаются во всем. Прикольно. Плавают. Там прямо пляжик такой есть, можно купаться. Правда, это Сплит, да? Сплит даже оно. Угу. Да? Сколько того? Да, прикольно. Смотрите, вот это вот прямая дорожка, мы по ней поедем. А сейчас мы подниматься будем по этим, по ступенечкам. По ступенечкам. Посмотрим, что к чему. Я же говорю, для меня это вообще интересное что-то. Я здесь никогда вообще не была. Потом сходим, посмотрим, там дамба. Ну, стекает вода, как водопадик. Интересно. Коля говорил, что здесь вообще раньше убитая дорога была до такой степени, что ведь одна машина еле ехала и не могла ни разминаться, ничего. Ну, то есть, покоцанная полностью. Ну, вот, смотрите, как сделали, да? Вот эти поставили, ступенечки. Молодцы. Я думаю, молодцы. А что? Кировоград преображается потихоньку. Так что так. Кировоград преображается. А у нас пасмурно. И с той стороны, видите, ступенечки сделали. Почистили. Что, пойдем? Пойдем. Оп, оп. Наверх. Что наверх? Ну да, сначала пошли наверх по ступенечкам. Так, сбоку. Вот ступенек есть. Паспорт объекта. Это что значит? Что где есть, наверное, или тропинки, тротуарчики, что тут настроили, что у нас сделали. Вот. Ну, это то, что закончили, наверное, в строительстве, или что будет. Так, початок что будивли 19-й, завершение 19-й. Быстренько сделали, я же говорю, ну, они начали. Не все еще закончили. Не все, но какие-то там делают, видишь. Вон что-то интересное. Стадионы какие-то. Ну, пойдем сейчас глянем, что есть, да? Пойдем. Пошли. Красивенько. Так, почти мы поднялись. Вот здесь такая вот аллеечка. Написано «Парк Перемоги». Вообще все его называют горсад. Городской сад. Да, вот здесь когда-то было даже, ребята, эти, как их, аттракционы, короче. Вот. Вот, детские. Детские точно. Вот такие штучки, видите, стоят с цветами. Очень давно. Чтоб люди не заезжали на машинах. Ой, классно, так щепой все уложили, смотрите. Корой. Корой, чтоб не засыхало. Петуньки, конечно, как бедные. Как они здесь растут, петуньи? Ну, поливают, мне кажется. Кажется, поливают. Вот тут особенно средний куст, хорошо. Угу. Так, а тут были такие, как у меня, пахнучки. Угу. Матиола. Что, так идем? Я думала, по центру. А кого сейчас? Здесь есть? Да. Да, чтобы на машинами не ездили. Ты видишь, дорожка позволяет машиной заехать. Да, ну да. Тоже сейчас всякие начнут ездить машинами. Поэтому поставили такие штукенцы. Что, пошли вот сюда, может быть? Ну, пошли. Через центральный глянем, что. Ну, здесь можно присесть, посидеть. Да, тут лавочки, вот смотрите. Классно так сделали. И тут тихо, тут хорошо, тут молодежь, тихо. Молодежь, молодежь, господи, ты меня сбил. Тут тихо, хорошо, что машин мало. И получается, за счет этого уши отдыхают, да? Да. Деревьев много, очень красивых. Ну вот, я думаю, и вот только все сделали. Я думаю, тут со временем все поровняют. И вот там даже лавочки поставили вдалеке, представляете? Угу. Вон. Даже можно так сесть подальше, чтобы никто не это. И там и стоит, пожалуйста, мусорочка, все. Сесть подальше, чтобы никто не мешал. Может перекусить, может просто отдохнуть. Может женщины с детками, правильно? Вот. Велосипедистов тут много. Сколько лет, слушай, здесь просто были хащи, ребята. Тут просто было, да, все зарощено. И вот буквально год за год у нас сколько в городе поменялось? Очень много. Очень много. Вот поменялось. Кто-то хает, кто-то что-то говорит, ничего не делается. Как Зеленский взялся, мне кажется, очень много начало не делаться. Говори, блин. По крайней мере, в нашем городе так сколько это точно. Дорог уже переделали, ё-моё. Да, да. Сколько, а то все. То парки, то все. Вон, смотрите, все делается, делается, делается. Все боятся, держатся за свои кресла. Ну, потому что он конкретно сказал, не хотите порядки наводить, нахрена вы сидите на этих, блин, этих посадах, да? Ну. Ёлки-палки. Все должно. Конечно, смотри, для людей должно быть. Сколько плитки уложили. Да, все плитка, вы посмотрите. Это же капец. У нас батарея разрядилась. Обалдеть, красота. Вот, смотри, какой мостик, да? Видишь, а мы батарею с собой не взяли. Есть, да, прикольно сделал. И собака вон спит под этим, под ручейком. Уже люди, по-моему, порастаскивали, малеха, этот. Шикарный мост, слушай. Угу. Люди, говорю, порастаскивали уже, по-моему, вот эти вот камушки отсюда.
Немного. Шикарненький мостик. Живая собака. Шавелится. Ну, вот. Потихоньку. Вон лавочки, я же говорю, вон там аллеечка тоже. Вон, видите, круглая аллея. И там куча всего. Должна быть еще какая-то арка красивая. Вот так вот. Я не знаю, хватит ли на батареи, чтобы это все записать. А ты вырубай. Не мигает вообще. Вырубай, бо она сама выключится и все. Как видите, везде стоят лавочки. Слава богу, еще не поломали никто. Вот, урночки везде. Везде вон цветочки. И тут что-то, наверное, планируется потом. Со временем будет посрединочке. Вот, буду по бырику, по шурику, потому что садится камера. Вот там, вот видите, красоты. Тоже наставлены везде. То есть отдохнуть душой можно. И там дальше тоже есть аллейки прям с цветочками. Там вон стояночка. Вон стояночка, да, есть для машин. Вот. И вон какая-то штука какая-то там. Сетками, да. Вон есть там. По-моему, аттракционы эти. И беседки есть. А вон, смотрите, впереди еще делают. Доделывают, видите. Укладывают дальше эту плитку по дорожкам полностью. Понасаживали новых деревцов. Видите, как классно. Мостики, арочки. Там беседочки дальше. Да, береза. Вот, смотрите, спортивная площадка полностью сделали. Засыпать ее будет этим песком, то ли, я не знаю. Полностью тоже, видите, какая дорожка полностью огромная. Вот. Там в конце поставили эти горшки с цветами, чтобы туда машина не заезжала. Ступенечки вон, все облагородили. Красота. Везде цветы понасаживали. И вот там поставили, чтобы машина не заезжала. Эти горшочки. Класс. Что самое интересное, смотрите, старые деревья пообрезали, видите, а новенькие понасаживали. Чтобы тут было тенечек, красота, порядок. Видите, как молодцы. Взялись, ухаживают, прям приводят Кировоград в порядок. Столько всего в Кировограде за этот год изменилось, я вам просто передать не могу. Это просто такие реально конкретные изменения. О, ребята, это у нас телевышка, откуда вещается у нас телевидение, оказывается. Вон она какая, огромные. Представляете? Я никогда не знала, что это у нас такая телевышка. Вот она. Вот тут вот за заборкой стоит. Идем дальше. Тут, видите, тоже проводят работы. Тут будет машинкой, можно будет заезжать туда подальше. На Алексеевку, наверное, будет выезд. Может быть, посмотрим. Там же это, Алексеевка уже. Вон, смотрите, детская. Ну, вернее, это не детская площадка, это площадка там, где спортплощадка. Это спортплощадка, да. Тоже все, пожалуйста. Занимайтесь бесплатно, все как полагается. Вон там рабочие работают. Кладут эту плитку, да. Обалдеть, слушай. Молодцы, как они все сделали. Прикольно. Я представляю, что тут просто было по Колиным рассказам, конечно. Хащи здесь были непроходимые. Вот здесь была дорога такая, ну, такая, блин, болотная, короче. Все. Столбики, все. Я так понимаю, его новые деревца насаживают. Это все как полагается. Вот, смотрите, клумбочки. Клумба такая классная. Да, высокую сделали специально для чего? Для того, чтобы поджечь. Там, наверное, будет с этим... Там будет плитка, а тут плитка. Будет асфальт. Здесь будет, наверное, асфальт. Скорее всего, это будет прикольно. Я сняла эту аллею, сюда? Только с той стороны, да. Смотрите, какая гранедная, да, аллея. И вот смотрите, делают. Вот здесь вот еще будет доделать, видите? Песок тут. А там что-то за здание, да? Здание вон строят какое-то, тоже туда будет проходить аллейка. В общем, а там дальше вон район Алексеевка. Вот. Нет, ну молодцы. Если еще туда аллеечки поделают в эти... чаще там расчистят, и будет вообще шикарно. Вон беседочка стоит, песочница такая непонятная. Ну, песка насыпали, правильно, детки могут погулять. Опа. Все, едем домой, красота и порядок, прогулялись, вообще отлично. Тут так классно, правда, там гремят чуть-чуть. Это слышно. Плитку трамбуют, да. Но все равно это очень-очень круто, прям действительно, да, скажи, тишина, спокойствие. Это как-то, знаете, аж прямо... Дышится легко. В городе вообще тяжело. Дышать невозможно, потому что реально сейчас такая вот стоит, как она называется, да? Погода. Душно очень. Душно и давит вообще, и все. Да, ужасно. А здесь прямо, я же говорю, тут возле речки вообще красота. Мы посидели, покушали, да? Угу. Немножко же прямо воспряли. А то вообще ужасно было.
А вон там вот смотрите, да? Эти вот тоже красивые клумбочки. Это все возле, считайте, возле дороги. Все возле дороги. Клумбочки и все. Ты можешь снимать, кстати. Ребят, на телефон было. Если звук плохой, то короче, камера села. О. Да, камера у нас села. Так что так. Как всегда, блин. Надо развернуть эту, как она называется? Ну, тоже надо выключать тогда. Нет, Юлька как-то делает так, разворачивает. А я не знаю, как так сделать. Во время я не знаю, как она разворачивает. Не разворачивается, видишь? Ну, поснимай тогда. Нет таких штук. Видно? Угу. Тоже лавочки, тоже все, смотри. О, а это как рыжуха наша подружка. Какая-то угу. Поклевали. Да, да, да. Мы свое еще не. Поклевали. Короче, краски будут, наверное. Наверное, будет краски. Люди. Ну, копеечная. Единица, да? Или как да. Она там называется? Копейка. О, собачка, смотри, во, что самое главное, видите? О, наливайте собакам воду. Вон, видите? Класс. Так что так. Молодцы. Молодцы. О. Мы сейчас еще прогуляемся, проедемся вниз, там я хочу посмотреть, да? Ага. И это, и того. Да, да, товарищ.